Положительный заряд, которого я с огромным удовольствием и приглашаю на эту сцену. Роман Юрченко, ваши аплодисменты, музыку можно выключить, пожалуйста. Вот, Роман появляется, и почему музыку выключили, я думаю, Роман сейчас объяснит. Добрый вечер, Питер! Друзья, очень приятно видеть ваши светлые лица, но прежде чем я буду исполнять свои песни, я бы хотел от своего, я думаю, от вашего имени поблагодарить и поздравить Владимира Степановича. Вы не против? Нет! Владимир Степанович, пожалуйста, на сцену. Спасибо. Я так говорю, что мы с ним познакомились тоже очень давно, когда я был председателем жюри фестиваля в Калининграде Юрия Белоусова. И музей шансона, кто не знает, это не интернет-ресурс, это на самом деле официально зарегистрированный частный музей, который находится у нас в Кировском районе, на Дальнем проспекте. Туда очень можно попасть, но для близких, скажем так. И на самом верху у меня такое есть панно, написано «Музей шансона», и рядом герб России, сделанный из янтаря, подаренным Романом Юрченко в Калининграде. Друзья, я не буду изменять традиции, я вам сейчас покажу, чтобы вы тоже видели. Подарок состоит из двух частей. Обе части принесли мне большие проблемы. Первая часть на российской таможне, я сюда приехал на машине. Решили, что я вывожу янтарь больших количеств в Калининград, пусть рядом с гербом. Да, это калининградский знаменитый янтарь. Вторая часть подарка принесла мне большие проблемы на литовской таможне. Мне сказали... Так это вы, пошалы, брали Вильнюс. Калининградский ОМОН, это вы? Я говорю, нет, это не я. А зачем везете? Я говорю, чтобы помнили, ребята. Да, кто не знает, Роман Юрченко, это подполковник полиции, зам командира Калининградского ОМОНа. Друзья, спасибо большое, очень приятно ваши аплодисменты, но теперь немного о серьезном. Я вас предупреждаю, что эта песня, которую я сейчас буду вам исполнять, она несет положительный заряд, позитивные эмоции. И вот если вы будете хлопать в такт, когда я покажу, у вас все будет хорошо не только на День Святого Валентина, но и вообще. Те женщины, которые не могут забеременеть, беременеют сразу, на третьей минуте, они чувствуют. Мужчины, которые ушли из семьи, возвращаются сразу. Причем сразу во все вместе семьи одинаково. Самое главное, друзья, для вас положительный заряд. Роман Юрченко, встречай! Как только заработает маяк, откинув одеяло, потись. И даже если в кошельке пустяк, по звуке этой музыки бродить. Пусть на сущих ранах ветер словно свечи, вот покой солнечный и рад. Сделай громче музыку, дружище, мы приносим положительный заряд. Помог соседу завести машину, пора резину летнюю менять. Успел на рынок отвезти малину и в очереди в жеке постоять. Но когда не в шутку нахамили, по мадрасам просит пьяный гад. Сделай громче музыку в квартире, мы приносим положительный заряд. На дороге палочкой махнули, а выписали штраф за телефон. За ремень ТО и за сплошную, и за то, что плохо победит того. И не нужно нервно токсикозу, нечего бояться автосрад. Сделайте погромче магнитолу, мы приносим положительный заряд. Приготовились и... Вот-вот-вот-вот! Начинается! Санкт-Петербург!
ловить придачу, и здоровье сразу дать. И дав эмоции по кругу, каждому давай, что ты брат. Улыбнитесь хоть чуть-чуть друг другу, мы приносим положительный заряд. Чуть-чуть друг другу.